вот такой вот песик у нас отлова. Вот рекомендую дамам. У него такие глаза, невозможно не влюбиться в него. Очень спокойный, хороший, добрый пес ищет такую же семью и очень верит в чудо спасения. Он очень хорошо ходит на поводке. Очень терпеливый, здоровый, контактный пес. Сейчас смотрит и не понимает, что с ним происходит. Парень молодой, ему где-то 3-4 года. Сдержанный и воспитанный. Вы не будете в нем разочарованы. Будет вам хорошим другом, компаньоном. Будет защищать от недоброжелателей. За ласку, за добро он вам отплатит тем же добром. Верностью, преданностью. Вот все, уже заулыбался. Видите, уже улыбается. Понял, что здесь хорошо, что его никто не обижает. Куча собак интересных. Самое главное, чтобы собака знала, что его не обидят. Тогда он себя будет вести очень прилично. Знакомьтесь, это Изи. Она была спасена маленьким щенком вместе с мамой из неблагополучной семьи. Однако уже дважды была предана людьми. Это просто замечательная девочка, которая любит все и всех. Возраст 10 месяцев, рост 50 сантиметров в холке. Приветствует активные прогулки и игры. Приучена к выгулу. Пристраивается исключительно в квартиру, либо частный дом с проживанием в доме. Хочу обратить внимание жителей окрестностей 40-го ЖЭСа. Вот это вот парня словили именно там, февраль месяц. Может быть, кто-то узнает своего любимца. Может быть, этот собака был у вас под опекой, вы не можете его найти. Пес не молод, но статен. Очень спокоен и во всех смыслах приятен. Аккуратен и хорошо кушает. Со всеми ладит. Ну вот он такой пес, ему лет 7-8 минимум. Пес подойдет тем, кто любит неспешные прогулки и спокойных питомцев. Эту собаку выгулять вполне достаточно будет 2 раза в день по полчаса, и он будет счастливо кушать булки рядом с вами и креветки. В следующий раз мы вновь познакомим вас с питомцами, которым очень нужны вы.